Чао, я Зоха, и с вами программа «Полезные советы». Сегодня я вас научу, как правильно брать изин. Я учусь в лицее уже 5 лет, и за свою многолетнюю практику я уже выбил 4981 изин. Аби, изин! Аби, изин! Изин есть? Аби, изин! Аби, изин дайте. Йомас бе, афидерсен сыгым. Одно из главных в этом деле – грамотно появиться. Да! Аби, можно войти? Заходи. При появлении нужно вести себя уверенно. Главное – не переборщить. И, конечно, приедут, ты не переживай, да, да. Чего сидишь, изин, пиши давай, да? Ты опять здесь сидишь? Да чего ты отключай, пошел вон! И вот вы уже перед обишкой. Теперь главное придумать подходящую причину. Аби, у меня ноготь сломался. Заходи! Аби, не лови меня там. Банкомат вызывает. Не вызывает. Аби, у меня там дома кролик умирает. Дайте изин. Аби, у меня такое предложение. Делаем сулифа, я выигрываю, ты даешь мне изин. А если ты проигрываешь, идешь и чистишь туалет? Ай, посесть можно? Да, посесть. Рассказывай, что надо? Ави, кумекинский рвет надо. Визин можете дать? Джайма? Зачем? По семейным обстоятельствам не могу рассказать, что дома там. Помощь моя нужна, честно, по-человечески, от души. Можете? Ну, причина. Объясни нормально. Ави, кешинзе. И финальная стадия заключается в правильном уходе. Да? Вахит? Заходи, заходи. Что случилось? Аби, его стомах на урод. Заболел? Да, заболел. Тебе изин? Изин, да. Ну, вот, готово. Готово, да, Рахмедов. Ес! Массажи! Как там у тебя фамилия была? Ибрагимов. Он брат Захит. Ибрагимов Захит. Алло. Да, Джан, подожди, сейчас, 10 минут. Как фамилия была? Ибрагимов Захит, он брат. Ибрагимов Захит. Он брат. Дай сюда. Вот, дай сюда. Все, Милли, охотим. А, давай. С вами был Зоха и программа «Полезные советы». До новых встреч. Чао.